Всем привет, друзья, зрители и подписчики, мои уникальные хейтеры также. Сегодня мы разберем несколько удивительных фрагментов, которые от нас скрывали. Это секретное вооружение, технология или что-то наподобие, вы сейчас узнаете прямо сейчас. Ставьте лайк, подписывайтесь на мы, друзья, начинаем. В связи с всей ситуацией множество интересных событий, разработки, тайные вооружения или технологии. Кто-то вперед пытается уйти, а кто-то назад. Кто-то стремится развивать свою экономику, а кто-то пытается забрать у чужих. В связи с всей ситуацией мы начали замечать несколько удивительных фрагментов, и это уже не фейк. Первый необычный момент, который вы сейчас наблюдаете, это плазменная пушка, которая была установлена где-то в горах. Но ситуация, где именно, мы не можем сказать. Скорее всего, это прототип. Пока здесь проводят очень интересные учения и, скорее всего, проводят, друзья, множество событий, которые вы должны знать. Но это еще не все. Дальше еще интереснее и необычном формате происходят уникальные события. В этом необычном месте происходят странные, но очень интересные дела. Нам прислал очень интересный момент один очень интересный подписчик. Рассказал о том, что к нему подлетел какой-то летающий объект. Но это был вообще летающий объект или нет? За последнее время в горах, где располагаются военные, и там же происходят уникальные события, я вам сейчас все расскажу. За все время, где мы не были и где мы были, мы заметили уникальные события. Там же, друзья, где происходят уникальные воздействия событий, происходят уникальные дела. Их называют аномальными или что-то еще, но есть множество технологий, которые от нас скрывают. Это секретное оружие. Скорее всего, это и есть тайное оружие, которое разрабатывали еще советские инженеры. Но зачем это создается и для чего? Сегодня мы с вами, друзья, это поймем. Знаете, самое что интересно, когда инженеры строят танки, самолеты, корабли, ракеты и другие технологии, то есть и другая инженерная группа, которая создает интересные действия. Дроны, летающие на необычном двигателе, парирующие объекты, необычные летающие корабли. И даже то, что вы привыкли видеть где-то по телевизору, забудьте это навсегда. Такого не может быть. Ну, так нам говорили по телевизору. Теперь, друзья, происходят уникальные события. За все время, где происходили уникальные воздействия аномальных явлений, там всегда почему-то оказывались военные. Я не могу точно сказать причину всего этого, но, скорее всего, это происходит не просто так. Военные создают очень интересную триологию воздействий событий, которые могут управлять и природой. Кто-то утверждает, есть специальное оружие по названию природное, кто-то считает, что это фейк. Но на самом деле, если сравнивать ситуацию, то сейчас происходят уникальные действия тех иных событий, а именно людей. Есть множество инженеров, которые раньше, еще в советское время, создавали, разрабатывали технологию. Они рассказывали о том, что они видели, о том, что у них в бункере были множество сот подземных. Это говорится о том, что они находились под землей почти 2 километра. Но есть эти старые бункеры, которые мы, друзья, также там и находились. Он был защищен еще в то время и сейчас более-менее. Но давайте все-таки разберем. Наше путешествие заключается не в том, чтобы вас напугать, а в том, что наоборот вам показать. И вот этот именно видеосюжет вы заметили сами, почему все в горах это снимается. Есть дилемма, о которой я не хотел говорить, но у нас горы располагаются очень интересно. Нельзя заметить со спутника, нельзя никакие там воздействия, которые называются тепло или электровизоры, которые могут проверять, и скалы как раз прикрывают. Но есть то, что никто даже не может и представить. А если это воздействие, которое мы с вами сейчас видим, то происходит уникальными воздействиями. Видеосюжет, который вы сейчас смотрите, это еще одна секретная разработка. Никто не знает, военная она или инопланетная, но суть в том, что вы можете посмотреть, что здесь происходит. Огромный лазерный, или как его называют, буря, которая наносит лазером удар по дронам, по самолетам, по технике.
и, скорее всего, и создают глушительную связь с другими, можно сказать, вражескими силами. И вот самый интересный момент, что меня здесь напугал, это то, что к этому летающему, можно сказать, объекту, который справа летит, подлетел именно НЛО, или как называют, технология. Но опять же, мы не знаем, может, это вообще не был НЛО, а может, это какие-то секретные разработки, тайные вооружения или что-то еще. Почему сейчас на армию ставят очень огромные ресурсы, на них тратятся очень миллиарды и миллиарды денег? И ведь множество людей с другой стороны пытаются создавать какие-то необычные технологии или оружие. И ведь множество из нас, людей, которые на самом деле сейчас видят такие необычные технологии, пытаются достичь какого-то необычного результата. Этот результат называется по разным событиям необычный. Но технологии, которые вы сейчас, друзья, видите, это не первый и не последний видеосюжет, который будет идти вперед. Но мы попытаемся вам все много интересного, необычного рассказать. Ну а вы, друзья, как всегда, смотрите наш необычный канал. Ставьте лайк, потому что за последнее время мы вам показали очень уйма интересных путешествий, необычных мест и даже, друзья, секретных баз, которые у нас еще впереди. И вместе с вами мы будем выходить на новый необычный уровень. Ну а все, что происходят вокруг нас, какие-то странные дела, аномалии или что-то еще, подумайте сами, а правда это ли на самом деле то, что мы видим? А правда ли то, что мы слышим? Я думаю, то, что вообще происходит по всему миру, это может быть только тайные секретные разработки. Ну а сегодня, друзья, то, что я хотел вам показать и рассказал, я надеюсь, вы оцените наш необычный видеоканал. Так что, если у вас какие-то будут вопросы, можете присылать нам сообщения. В описании наша почта есть. Так что, всем хорошего дня, хорошего настроения и удачного вам работы.